Индивидуальным предпринимателям и другим самозанятым лицам необходимо платить страховые взносы до конца декабря текущего года. Об этом сообщили в Анапском отделении Пенсионного фонда России. Госучреждения напоминают, формы платежных документов уже разосланы. При необходимости их можно получить по месту учета. Кроме того, на официальном сайте Пенсионного фонда в кабинете страхователя можно сформировать квитанцию, посмотреть информацию о сумме начисленных и уплаченных страховых взносов, уточнить задолженность в режиме реального времени. В связи с тем, что с 1 января администрированием страховых взносов будет заниматься налоговая инспекция, оплату по данным квитанциям необходимо будет произвести не позднее 25 декабря текущего года. С 1 января 2017 года эти квитанции будут недействительны и оплату по ним производить нельзя.